Қазір қыс уақыты жақындап қалды, сондықтан да жұмыстардың барлығын тездетіп аяқтауымыз керек. Жұмыс кешеуілдеп жатыр. Оны мынау ЖКХ бөліміне де, белгілерге де мен айттым. Оны тездетуіміз керек. Екінші, біз мынау аулалардың жолдарын жөндейміз дедік. Қазір біз тиісті шараларды қабылдаймыз. Аула ішік жолдарды жөндейміз деген жолдардың барлығын жөндейміз. В этом году мы обещали населению, что сделаем 100 участков дорог проездов. Сейчас охватили 55, остается еще 45 участков. А теплые деньки это у нас не вечные, поэтому здесь сегодня и руководитель ЖКХ, и остальные ответственные люди, и самое главное, подрядчик должен ускоряться. Но, я вас заверяю, будет контроль, и все намеченные планы мы должны завершить до конца октября.